Итак, доброе утро. Все, кто сейчас смотрит данный видеоролик, транслирует курорт Ялта на видеосвязи перекресток улицы Морская и Набережная. Давайте сегодня мы совершим небольшую велопрогулку по набережной курорта. Итак, сегодня у нас 13 августа 2022 годик. День суббота. И день города Ялта. Сегодня будет большой праздник, большие народные гуляния, третий день празднуется и самый основной, сегодня субботний день. Время сейчас раннее для курорта и для отдыхающих, почти 8 утра. Вчера или позавчера было открытие нового отреставрированного стадиона в Ялте. Ну, открывали дату, приурочивали к дню города. Сегодня на автовокзале целый день будет играть оркестр, встречать и провожать отдыхающих. Ну вот, мы с вами проехали от улицы Морская к памятнику Владимиру Ильичу. Сейчас посмотрим. Сцену устанавливают. На набережной. Ребята регулируют освещение, позже звук. Яхты приплыли. Много новых и чужих, ну и своих, стоят в ряд. Очень много. Долго, так сказать, раскручивался сезон, и вот он в самом разгаре. Mm-hmm.
во многих частях набережной устанавливаются сцены. Ага, тут будет поедание арбуза. Конкурс. Кто больше и быстрее съест. Молодец. Большой песик. Для детей вроде бы в районе квадратного фонтана будет устроен большой праздник. Значит, температура комфортная, вода почти приближенна по температуре к воздуху. Вода где-то 26-27, температура 28-29. Это было вчера. Сегодня, думаю, не изменится, потому что погода приятная. Рыбаки испытывают утреннюю удачу. Вот еще одна установлена сцена. Торговые ряды прикатили сюда. Опа. В 22 часа будет праздничный салют. Обязательно набраться терпения, дождаться. Должен быть грандиозный и длительный. Памятник ялтинскому архитектору Краснову в цветах. Ребята собирают мусор по урнам. Панорама августовской Ялты. Приезжаем в начало Пушкинского бульвара. Поднимемся с вами на 4-й уровень новой набережной. Сейчас старая.
снимем сверху панораму. Гостиница «Орианда». Оливы. Здрасте, здрасте, ребята. Поднимаемся в горку. Разговаривать, естественно, становится тяжелее. Запыхался. Так, приедем. Так, здесь наверху на 4-й набережной. На уровне. Расположили аттракционы различные. Буквально, наверное, неделю назад начали разлаживать. Еще до конца все не установили. Прокат скутеров. Это уже рабочие. Для детей батуты. Один уже стоит, один вот никак не накачают воздухом. Приморские пляжи. Яхточка в море. Как-то снимал то ли 40, то ли 50 тысяч в час на ней стоит. Обычные яхты 7,5, 8, 9, 10, 12. От времени, от загруженности, но это в час стоит. Итак, напомню. Суббота, 13 августа, 2022 год. Утро, 8 часов, начало 9. Так начинается день города, праздник. Ялте сегодня. Этим видео мы откроем первую часть сегодняшнюю, надеюсь, загрузите в обед, вечером, ну, ночью, и салют. Первая часть утреннего ролика заканчивается. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире.